Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем много новых синглов с последней пятницы. Еще один сборник, в котором мы уже послушаем с вами 6 треков, а вообще по факту 7, потому что один из них это макси-сингл, и треки, которые как бы вот такая середина списочка телеграм-голосования, от 17 до 11% сегодня все в нашем распоряжении. Ссылочка на Telegram в описании, голосуйте за любимых артистов каждую пятницу. И в сегодняшний сборник попали такие треки, как Lil Crystal, первым делом, Pink плюс Vibic, Mockery Knife, Mockery Проблемы, New A Child Ghost и Три дня дождя, Три дня до вечности. Очень интересный снова сборник, разные ребята. Lil Crystal, Pink примерно одна история, New A Child это будет... скорее всего, что-то опять электронное, Mockery, понятно, и т.д. тоже свое, то есть опять много разнообразия, когда у нас будет целостный сборник какой-то, хуй знает. В общем, чем разнообразнее, тем лучше, чем пиздачи, тем интересней. В общем, я доволен. Ссылочка на Twitch в описании, у нас тут, конечно же, точно есть прогнозик, он у нас продолжается. Больше всего пока что верят ребята в Mockery и в New Light, вот, но в целом он полная хуйня. Но заходите, за баллы можно покупать реакции, как сегодня это сделал Собчеки. Ну а мы с вами начинаем. И первый трек, который мы с вами послушаем, Lil Crystal первым делом. Трещок, как и LSP, набрал 17%. Но у нас было голосование на Твиче, и там все проголосовали за LSP. Поэтому Lil Crystal попал во второй сборник. Так, что по битмарям, хитмейки? Короче, это дрилл, скорее всего, да? Я не думаю, потому что, ну вот, BB, мы слушали BB, это была другая история, это был уже не дрилл, это что-то вот новое было от Lil Crystal. Сейчас же я, наверное, ожидаю снова дрилл. Хотелось бы, да, услышать. Прикольная обложка. Не понимаю, что происходит, но типа вот маникюр, и она... Ну ладно, окей. Это не дрилл. Обидно, на самом деле. Вот. А что это? Ну, трэп? Ну, пусть... А что Lil Crystal еще делает? Вот. Она пизду лежит. Ну, может, это... Ну, а она? Вот. No Label Type. А я не слышал No Label. Давайте так, чисто вот. Кстати, да, если хотите, чтобы я послушал No Label, предлагайте в комментариях. Если ваш комментарий наберет достаточное количество лайков, то мы обязательно послушаем. А нету, подожди, не предлагал никто. Нет, никто не предлагал, не вижу Lil Crystal, а потом предлагайте срочно. Тик-так? Ну давай тик-так, чтобы понимать, что это вообще за вайп. А, ну это не дрилл, да. Ну окей. Первым делом слушаем. Как раз первым делом его слушаем, да, все верно. Ох, нихуя. Первым делом я буду летать. На мне S, на мне K, на мне грязь. Я сейчас, ну да, не дрил. Улечу в эту даль, окей. Любой цвет выбирай. Я считаю, прячу все твои глаза. Было больно, но я смог забыть тебя. Снова в пути один, это цена. Нужен серотонин для наших ран. Я сейчас на карте, у меня есть муж. Мой трип. Ну вайбит отлично. Серотонин. А,
у этого боль, анальный секс, наркотики, все в одном куплете. В разных состояниях записывают. Так, равновато, ну, длинный куплет. Ну, по поводу равновато, хуй знает, но куплет, как бы структура простая. Припев восьмистрочный, куплет большой, и опять припев восьмистрочный с развитием. Спасибо на этом хотя бы. Здорово, Ситрикард. Вот. По поводу какой-то ровности, ну, это спорный момент. Спорный момент, потому что, на самом деле, достаточно разный куплет. Реально. Он очень разнообразный и по флоу. Ну, мягкий трэпчик. Чисто мягкий трэпчик, неплохо залетел. Вот харизма Лил Кристалла, его индивидуальность дает треку какой-то вайб прям суперский. Меня вайбит. И причем даже куплет. Поэтому к себе я добавлю. Но объективно, если смотреть, про какое-то качество и типа вау-эффект говорить, ну это не оно, блядь. Этим не удивить, мне кажется. Но это хороший вайб. Вот. Поэтому, что думаете вы? Общий плейлист, не общий? Я бы не добавил. То есть, честно, объективно, это для меня неплохой трючок, под который можно повайбиться, если он попадется мне в плейлисте, я типа повайблюсь нормально, типа покайфую. Но вот в общий плейлист, хз, это не объективно сильный трек, вау. Вот, по меня вообще можно... Ну да, это понятно. Ой, подожди секунду. Короче, друзья, общий плейлист или не общий плейлист, что думаете? Я, ну, типа, я не считаю, я голосую за нет. Но трек, типа, объективно качество дал. С видос еще, кстати, специфичный. Не знаю, ну как будто актуальный для стиля. Правда, типа простенький торчок повайбить. Но, наверное, не более. Честно. Хз. Я думаю, что Лил Кристо может сильнее. Даже на альбоме Кристина там были гораздо интереснее треки. Ну да, там дрил, как бы, понятная история. Но, хз, вот было бы с чем сравнить мне. Я не погружен в творчество Лил Кристалла, но лейбл даже не слушал. Так что не могу сказать. Но по кайфу. Типа, ну вот прям реально просто тупо по кайфу. Серьезно, не более. Как-то так. Идем дальше. Следующий трек, который мы с вами послушаем, Pink плюс Vibic. Вот это реально плюс Vibic, потому что это первый трек вообще Pink, который я вот услышал в ТикТоке за долгое время. То есть, наконец-то что-то у него начало хайпиться, потому что сам по себе он начал прикольный. Есть хорошие работы. На альбоме Биполяр есть хорошие работы. Вот, но давненько ничего не форсилось. И вот, наконец-то, одна из работ зафорсилась в ТикТоке, плюс Vibic. И, честно говоря, по сниппету это реально должна быть, должен быть рабочий трек. То есть, хорошая идея вот для форса в ТикТоке, она крутая, вот эта строчка залипательная, ей хорошо со мной говорит, я плюс Vibic, потому что с этим можно много мемов придумать. Так, август, Воя даже, ебать, что. Так, окей, и... Ого. Ого, ого, ну хорошо, хорошо. Так, наверное, главный вопрос, не задушил ли он припевом, выдержал ли он вайб песни в целом и в куплетах в том числе. И если так, то торчок вообще как будто даже в общий плейлист спокойно. Ну, давайте смотреть, наблюдать. Большие ожидания, честно. Ебано, интро хорошее. Ей хорошо со мной, говорит, я плюс вайбик. Ей хорошо со мной, очень ведь я люблю много тратить, тратить. Люблю много трахать, это мое поймание. Схавал эти баты, и мне нормально. Я шмокаю за то, чтоб поспать сейчас. Это можно выбирать, это нужно выбирать. Кем ты видишь себя, сделал себя сам. Гружу в ней ее сейчас. Это поезд Пусан. Fuck the nose on, fuck, fuck. Локти они кусают, ау, ау. На мне женские шмотки, как ты, я Винси. I just wanna be. Да, бег очень крутой. Себе таким, себе таким. Fuck off me again. Не бей маски. Смена флоу. Похуй на дрифт, пустите на дрифт. Запачу их, ау, 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 ау. Запачу их, и я не молчал. Базарю в миг, да, я молчал. Серфил я гик, нахуй сучар. Мимо таких, газ, ровный газ, куплет, газ очень. А мне платят за бас, на связи брат, брат, братик. Да мы сделали грязь, о май гад. Oh, вообще не вайбит, нихуя не плюс вайбит. Хейтер. У меня сейчас все в джазе. У меня сейчас все в джазе. Ай, 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 ай.
ей хорошо со мной. Говорит, я плюс свайпи. Ей хорошо со мной. Ведь я люблю много тратить, тратить. Люблю много тракать. Это мое поймание. Схавал эти баты, и мне нормально. Я шмокаю за то, чтоб поспать сейчас. Это можно выбирать. Это нужно выбирать. Кем ты видишь себя? Сделал себя сам. Бля, ну... Не, ну может быть в рамках того, что весь трек изначально был мемом, это и хорошо. Как трек, музыкально это оценивать, у меня есть вопросы. Но, возможно, это не нужно так воспринимать. Возможно, это мем-история. И в качестве мема вот такой флоу. Кружу в нее, сейчас это поезд Пусан. Вокзану за локти, а не щекусан. А не женские шмотки. Ну вы понимаете. Как музыкально? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. 12 таких строчек я не вывожу. Я не вывожу это слушать. Вот, когда ты будем слушал, ты не понял мема, я чуть ли не плакал. Я не помню, что за мем. Про что, про что речь? Блядь, у меня рука заболела вообще вся. И палец, и рука, и в целом. И другой палец. Я понял, что варит мюзик, да. И как бы на какой-то странной подаче, в общем, очень интересно было бы узнать в комментариях, что вы думаете по поводу этого трека. Ладно, пойду готовиться к практике, все, бай-бай. Давай сапчеки, бро. Вот. То есть, возможно, такая... Вот кому зашел трек плюс? Короче, поставьте цифру треку. Неплохой тикток момент трек. Ну вот, блядь, да, есть моментик. Реально есть. Ну вот, цифру жду, потому что... Как идея заебись, как слушать, но его нахуй... Согласен, наверное, с тобой, знаешь? Наверное, я с тобой согласен. Мне не зашел трек как трек, даже припев ровный. Все здесь ровное и с иностранной подачи, но как мем это хорошо. Как мем это будет работать, продолжать в ТикТоке, да. Но как трек, к сожалению, нет. И это не общий плейлист. Ну, тем не менее, спасибо. Это точно улыбнуло. И цель мема, оно выполнилось. То есть трек свою цель, по сути, выполняет. Но как музыкально, к сожалению, нет. Идем дальше. Друзья, по поводу Пинка еще просто комментарий, не могу не прочитать. Мне пиздец зашло, настолько хуйня, что охуенно. Вот. Максимально то описание для этого трека. Максимально правильное. Ну, а теперь мы действительно идем дальше. И у нас трек Mockery Knife. На очереди. Я, конечно, нихуя не подготовил. Этот трещок выходил 26 августа, и я его скипнул. Я его не видел. Мы послушаем сразу два новых трека от Mockery. Вышло, потому что уже два. Вышел Knife, и вышли проблемы. Вот, 7 октября, да, недавно. Просто прикол в том, что ВК не всегда показывает мне выход трека от тех, на кого я подписан. Mockery любитель дропать не в пятницу. И поэтому скипнул трек, так вышло. Просто когда вот торчок этот выходил, у меня не было даже доступа к компу, я был в Турции. И момент такой, что мы скипнули. Тем не менее, мы все дослушаем, все послушаем, увидели и послушаем. Фух, Mockery. Что это будет? Так, если вспоминать его кента Аполлою, он сейчас развивается в других направлениях. Mockery как будто немножечко возвращается к своим истокам, делает более фонковую движуху, такую, ну даже не фонковую, а вот, ну вот Секира, да, вспомнить. Если трек, то... На-на-на-на-на. Вот, как бы тут цветокор обложки такой же. И жду примерно такое же. Я не фанат старого Mockery, и Секира мне может не зайти вполне себе. Что это такое? Не знаю. Но... Сколько хрон? А, бля, ну... Хуй знает, реально, Mockery может много вещей, но, вероятно, это продолжение своей фонковой истории. Я жду что-то такое. Скорее всего, это так. Слушаем внимательно. Let's go, Knife.
равно будешь настаивать и станешь нашим врагом. А врагов я убиваю, не моргнув и глазом. Капу убил. Я такого Мокеря еще не слышал. Актуальный свидос для стиля. Как убито. Бля, вот это оно. Хорошее аутро еще. Вот это оно. Если мы вспоминаем Секиру, мне не зашла Секира, хотя стиль там тот же. И Капа там была, ну, просто чисто как на обычных треках Мокери до этого, да, там на номерах, условно, вот, ну, чистая, короче. Вот это своего рода эксперимент, но, тем не менее, давно пора попробовать было убить Капу под жанр и сохранить свою харизму при этом. Я считаю, что задача выполнена. Он хорошо убил Капу, актуально для стиля, для подобного фонка, и плюс он не потерял харизму свою вообще. Возможно, он даже слышно, что как он более усердно старается, чем обычно, показать свою харизму, потому что понимал, что обработка могла это убить. И поэтому в совокупности его вот эта работа, переусердствие в совокупности со свидосом дали очень хорошие плоды. Мне зашел трек. Чисто в Beaming Drive на семерке под это. Брат и Моник плюнул. Бля, у него прикус неправильный, если что. Я постоянно плюю. Ну, люди часто это замечают. Но вообще, на самом деле, должно быть гораздо больше комментариев об этом. Ну, типа, я очень сейчас плююсь, если вы не заметили. У меня прикус неправильный чуть-чуть. Я добавляю к себе... А, это не тот трек. Я добавляю к себе. Более того, я даже вижу этот трек в общем плейлисте. Он там может быть. Но что скажете вы? Вот Квазар считает, что перебор по свидосу. Хотя я считаю, что наоборот, как раз-таки, вот он наконец-то сделал то, что от него требовалось. Я тоже все норм, просто приду, чтобы они тут не пострадали. Забота. Да не, я без предъяв, я все понимаю. Не, конечно, без проблем. Нужно кольцо для эрекции на яйца. Нужно! Спасибо, бро, большое, но сегодня у меня времени нет, чтобы послушать. Завтра спасибо за випку. К сожалению, бро, вот клянусь, нет сегодня времени, просто банально, чисто физически. После сборника надо срочно лофать. Но я завтра первым же делом берусь за твою випку. Огромное спасибо. Огромное спасибо за випку. Я записываю. И завтра первое, что будет на стриме и сразу выложено, это твоя випка. Спасибо большое. Извини за неудобство, но как бы первая очередь будет все равно. Да. Короче, общий плейлист или нет, ребят? Что думаете по этому треку? Общий, не общий, как будто потому что актуально, и по структуре он хорош тоже. Наконец-то сделал канон своего стиля, достаточно качественно, я считаю. Но тут уже кому как. Ваше мнение тоже важно, сами понимаете. Спасибо огромное, бро, за донат еще раз. Очень приятно, спасибо за поддержку. Фанс Лерец, когда мультимедиа закинет телям, тебе 10 лет... Лям? 10 лет? Нет. Я думаю, лям за 10 лет это мало. Без шуток. Ну, блядь, вы молчите. Я сейчас сам просто добавлю и все, нахуй. Можно не молчать? Меня заебало это терпеть. 10 лямов. Это другой разговор. Я думаю, кстати, все равно мало. Что такое 10 лет? Типа, это 10 лет вообще никак медийно не развиваться. Следить чисто за тобой. Хотя это моя главная цель. Я думаю, ни за какие деньги я не готов следить чисто за одним типом. Наверное, ни за какие. Деньги в этом... Деньги мечту не побивают. Я думаю, да.
За 100 лямов можно и хайпануть на этом. Так а смысл? О чем мне? Ну, нет, я так не хочу, наверное. Короче, добавляю, вы молчите, поэтому я добавляю. Один да и ноль против. Все, похуй. Вы молчите, как хотите. Я добавляю, мне похуй. Все. Так, ну, в целом я, наверное, даже не буду стопать видос. Не вижу в этом смысла. Потому что мокери у нас тут же. Тут же мокери, и поэтому, секундочку, хотя, наверное, стоило стопнуть, но, тем не менее, чуть-чуть больше посмотрите. 20:35. Мокери проблемы. Следующий трючок. Тут же мы слушаем мокери, потому что это уже новый трек. Вот, я не молчу, фонкеры заебись, косовцы ебут всех. Добавляю без разговоров. Базар, вот тем более. Что такое трек проблемы теперь? Уже другой цветокор. Возможно, но, походу, все тот же фонк. Нужно понимать, в какой, как работает над фонком сейчас мокери, как он видит свое творчество, будут ли какие-то дополнительные эксперименты, или это классическая работа в подобном стиле. Не знаю. Как бы говорить особо мне нечего, потому что про мокери все, что я хотел сказать, я уже сказал. Осталось просто послушать трек, но тут как будто может быть подинамичнее, хрон поменьше. Интересно. Мне просто главное понять, это будет что-то типа секира или что-то типа кнайфа. Или вообще какая-то другая работа. Все, слушаем, вникаем. Let's go. Поблюдок, проблема. Давай-ка проверим, ты хотел меня задеть, я тебя чек не своя вера. Поблюдок, проблема. Давай-ка проверим, ты хотел меня задеть, я тебя чек не своя вера. Проблема, проблема. Я бак прицел на тебя, где ты не был. Какие-то проблемы. Да, да, проблемы. Ой, я понял, что меня мне похуй, сколько ты кто. Конец колеса, я попал прямо в глаза, полно в стоп. Я зачет все твои цепью, и где ты чек на шапать. Хоть как-то, сука, я стоп, но всем тут же станет так. Хорошо. А тут я в полете, называй меня Винзетто. Твое существование для меня проблема. Я-то не понимаю, что мне делать теперь с твоим телом. Я же киваю, и мне просто прямо на ходе пеплом. И что делать, не делать? Ублюдок, проблема. Давай-ка проверим, ты хотел меня задеть. В целом нет, не очень согласен. Не, это хуже. Давай-ка проверим, ты хотел меня задеть. Теперь чек не своя вена. Ублюдок, проблема. Давай-ка проверим, ты хотел меня задеть. Теперь чек не своя вена. Интересно, интересно. Проблема. Давай-ка проверим, ты хотел меня задеть. Теперь чек не своя вена. Бля, ну вот на самом деле немножко unlock, прям реально. Мне очень понравилось развитие в этом треке. Оно вот прям такого не было никогда. У мало Джерси сделал, да, вот тут бы в конце четверку чисто из Джерси. Но тут мне не нравится качество, к сожалению. Мне не нравится, вот тут капа нет. Она как бы убита, но убита не по-фонковски. Убита, то есть прям конкретно загрязнена. И мне не нравится, как это здесь звучит, хотя вот в куплете вот эта тараторка, она пиздатая. Но большинство времени все-таки занимает припев, а не куплет. И хоть есть какое-то разнообразие, вот тут дохуя, да, и вот это было замедлением времени. Вот тут в конце Джерси. То есть развитие в целом пиздато идет по треку, но мне не нравится основа. Это качество. Качество так мне не нравится. И мне очень обидно, потому что такой продуманный трек руинится чисто вот из-за свидоса для меня. Пропиум было лишнее. А я немножко въебал. Тут оскорбления опиума нет. Типа просто сейчас играет опиум. Но это же не оскорбление. Вот. Не знаю. Поэтому, к сожалению, это не оно. Вот, maybe Knife было не с таким разнообразием, тем не менее, там по качеству разъеб. Там круто было. Тут это тоже своего рода эксперимент. Я понял, да, мокери экспериментируют в творчестве, я рад за него. Круто. Может еще заново себя найти. Короче, возвращается, знаете, возвращается к истокам, стараясь обнаружить там вдохновение для нового творчества. Вот как-то так. И выглядит пока что прикольно, интересно. Прикольно и интересно. Вот, ну посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что больше треков скипать не буду. Но пока что конкретно этот трачок слабее, чем Knife. Да.
Совокуп, вот, а, да, и, ну, как бы понимаем, да, а, мы берем лучший трек, ну, получается, Knife. Knife пока что пиздаче, чем и Pink, и Lil Crystal, да, это база, точно, 100%. Ну, как-то так, идем дальше. Следующий трек набрал 12%, и, кстати, забыл проинформировать, что прошлые Pink и Mockery набрали по 14%, вот. Очень интересно на это глянуть, потому что, во-первых, что по дропам Unilight'а? Да, Bipolar State, да, в начале года была эпишка, где-то весной, если не ошибаюсь, 31 мая. Вот просто давайте сходу дату говорю, и она правильная, чек. В пизду. Вот, и что-то замолчал, что-то ни слуху, ни духу, но Bipolar State была хорошая эпишка, если я не сомневаюсь, если точнее не... не сухуйню, то она у нас даже добавлена была. Нет, она у нас была добавлена, вероятно, потому что мы не добавили трачок один, голова, да, но Рапсодия, Баттерфляй Эффект, два очень пиздатых трека, да. Помню, был моментик. И вот дропается новый, Ghost, под продакшеном двух пиздатейших талантов, Кенни Картер и Ян Декс. Конечно, мы их знаем. Лайт и визуал, грамотный образ, на этом вывоз очень большой. Факт, я согласен с тобой. Вот, и очень интересно, что это за новый трек? Потому что молчал он, ну, примерно полгода. Если не ошибаюсь, то как раз-таки полгода он и молчал. Апрель. Вот как раз, да, 12, вот 11 число, а он 13 апреля дропал. Или 12. То есть апрель. С апреля по май, с мая по июнь, с июня по июль, с июля по август, с августа по сентябрь. Да, ровно полгода, прикиньте, молчал. Молчал полгода, охуеть. И вот, наконец, пока его типочек вот из Rahat Music... Смази трахает, очень крутой тречок он недавно дропнул, вот, то он что-то готовил, и вот это вот единственный дроп за полгода. Что это такое? Ну, это должно быть очень крутое. Я жду фирменную харизму, крутой электронный звук, не думаю, что это что-то новое, но если он реально думал все это время над чем-то новым, и нам готов это продемонстрировать, то я тоже счастлив. Ебать, вот это облога, бро, на Spotify, разъеб. Все, слушаем внимательно. Нет, ну это вряд ли что-то новое. Тут как бы на продакшене вот эти ребята. Ну ладно, слушаем, вникаем. Шести нуля, мне нужно семь. Мой второй альбом, седьмой нолик теперь на карте. Культ моей личности дает им просраться. То, чем они кричат, со мной должен молчать об этом страшно. Я ледяной, я синий, начинаю звонить бывшим. Ты хочешь этой встречи? Окей, час по сезон. Как ты в меня влюбилась? Ты нашла всю за актриса. Растек садовая, как призрак. Я встал, уехал, я призрак. Да я бухой, звоню тихо. Я в Питере на кате. Он вывозит, блядь. Публике, не даю им залезть в себя. Зависимый от нашей жизни. Что меня так им сделало? У тебя титул на теле, у меня титул на теле. Я газлайтер и абьюзер, делаю нападение. Хорошая работа, прям круто. Я баунд в ямку погрузил. Сейчас я помню. Вот на самом деле, вот тут его немного громко слышно. Перебор. Чуть-чуть громко его слышно, не знаю. То есть вот тот свидос в первом куплете, да, он как бы актуален под припев, чтобы его было хорошо слышно вот во всей этой долбежке. И пока этой долбежки нет, немножко это странно выглядит. То есть, типа, по качеству я могу доебаться до трека. Но по реализации самого артиста, это страшная работа. Он, во-первых, выбрал не совсем ровную ритмику, то есть не прям по тактам работать. Он работает по-другому, и он это вывозит. Он вывозит и харизмой, и ритмикой. Он очень круто делает. Плюс, как вот это хорошо было, нас погружение в ямку, в волну,
и начинается вот эта долбежка ебаная. Вот, плюс очень мне нравится, что тут припев, и потом продолжается долбежка уже в куплете, а тут она просто двумя припевами. Тут она просто двумя припевами сделана. Короче, и структура пиздатая. Структура очень пиздатая. Состоит, получается, из двух дропов и двух контрастов, да? Ну, ладно. Бля, кайф, охуенный трек. Это бля, это рост New Light, да? Это вот то, что он такое вывозит. И с видосом как будто на другой уровень чуть-чуть вышел. Как его свели и вот замиксили так, что вот слышно прям. Тогда вы говорите, может быть... Не, бро, к сожалению, у меня нет времени. Агарио... Не, бро, тем более. Я добавляю, и, друзья, общий, не общий плейлист. Ну, как будто общий, спокойно, честно. Очень хорошая работа. То есть, несмотря на вот эту мелочь по мастеру, она как бы не сильно мешает вайбу. Честно. Мне она особо вообще не мешает. То есть, то, как он вывозит, то, как он это придумал и реализовал, я считаю, это достойно. Реально. Спасибо большое. Хорошая работа. Ждем больше New Light в этом году, потому что его мужички... Я говорю, типа, вот это под припев сделано, и вот как-то немножко громко прям мне. Может, мне показалось? Не знаю, может, мне показалось. Еще раз. Да не, кстати, может, даже норм. Да пиздец, ровно по балансу тоже не живо-живо. Ну да, да, тоже не живо звучит-то. Факт, верно. Охуенный трек, спасибо. Это общий плейлист. И пока что лучший трек в прогнозе. Да, хорошая работа. Спасибо, кайфанул. Идем дальше. Следующий трек, а точнее макси-сингл. «Три дня дождя, три дня до вечности». Ну, допустим. Сергей Бабу... Что? Кто это вообще? Я немножко не понимаю, что это за релиз, честно говоря. Вообще не понимаю, что это за релиз. Тем не менее, он тут есть. Давайте смотреть. То есть это макси-сингл. «Вечно молодой», «Реки растают». Вообще-то ДД, кстати, очень часто начал дропать. Вот «Скучаю по тебе», «Земля», «Три дня до вечности». Вот это хорошие релизы. «Скучаю по тебе», «Земля» прям топовая. «Температура» тоже, но она была в начале года. Может, Сарик, его хуки хорошо стреляют, ему нельзя сильно вокаута пить. Да, факт. Но это про Нилайта, если говорить. Вот. Давайте смотреть, что это такое, потому что это выглядит все очень странно. Кто такой Сергей Бабунец? Честно, не знаю. Не убивайте за то, что я не знаю. Старичок какой-то, действительно. Может, какой-то группы? Не знаю, честно, ребят. Обложка вот такая, тупо белая. Короче, какой-то странный релиз. Но, тем не менее, он набрал у нас... Получается, сколько процентов? А, я чуть-чуть въебал. Не написано у меня сколько. Ну, 11 вроде как. Да. Слушаем. Попал во второй сборник. «Вечно молодой». Нам бы аннотацию какую-нибудь. А, это кавер на Сергея. Это кавер, который релизнутый на площадке. Муз-ТВ. А, нихуя себе. А это типа оригинал? Нет, нихуя подобного. Ладно, слушаем. «Вечно молодой». Что это такое? Хорошее начало. Гитара пиздатая. Долгое вступление, да? Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим. Вечно молодым. Вечно пьяный. Окей. Я мог бы стать рекой, быть темной водой. Ой, хорошо произнес. Вечно молодой. Вечно пьяный.
Там что-то на фоне, да, еще играет. Какие-то слова или что-то, какой-то фейкс, какой-то хуй знает. Интересно, интересная структура. Нету прям жесткого гроба. Кто-то молодой, кто-то пьяный. Ну, это ровно. Хочет стать рекой, быть темною водой. Ну, это ровно, да. Ну, как бы по канонам. Вечно молодой. В этом синтезатор играет классный. Вечно пьяный. Просто кавер, да? Насколько понимаю. Так, я вот что думаю. Но... Типа, подожди, типа, вот это кавер ТДД на Сергея, да? А вот сейчас будет кавер Сергея на ТДД, да? Я правильно понял? Это типа битва каверов, это как раньше шоу было? Раньше шоу было, переделки песни, помню, как называется. Да, 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 с Байполара, который. Угу. Ебать, прикольная тема. Прикольно. Это было, наверное, с видосами смотреть. Но уже поздно. Так, сейчас я просто даже для себя посмотрю, там было что-то интересное. Надеюсь, что нет. А, ну там лайф исполнение, это немножко другое. А, «Битва поколений» называется, да, шоу? Это Муз ТВ, короче, такое шоу, да? И они делают каверы друг на друга. Но интересно, к чему это на площадках, конечно, непонятно. ТДД хорошо исполнил. ТДД хорошо исполнил. Но если я оцениваю песню как песню конкретно, мне она не в кайф, потому что она ровная. Но это старый рок, то есть это все по канонам, все это вот такое было. И она звучит реально как старенькая такая песенка, не знаю, сколько ей лет. Но как будто песня, которая там моему папе бы понравилась, словно. То есть он подобное любит. Да. Какая-то такая легкая... Придурок, не звони сюда, блядь! Не звони сюда, блядь! Я испугался. Забудь цифру! Спасибо, бро, большое. Сейчас чекну, что это такое. Да, платка, записал. Спасибо большое. Спасибо огромное. Все, в заказах есть у меня. Ну, в общем, я понял, да, смысл, идея понятна. Так, «Реки растают». Вспомнить бы этот речок от самого Глеба, на самом деле, потому что я как бы забыл. Кавер хороший, то есть ТДД в плане вокала как бы всегда был хорош. Базару нет. И сейчас не исключение. Так, вспомните этот речок, потому что... А, это аутро вообще, да? А, вроде это была ровная хуйня, которая мне не зашла, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Ну, слушаем исполнение в стиле Сергея Блять, можно просто Сергея, да? Я как бы не хочу. Человек явно, вероятно, уважаемый. И я тут, ну, в общем, слушаю. Хоть голос его услышать. Ты прижалась ко мне, улыбаясь. Я смотрю на тебя, не отрываясь. Это последняя весна планеты.
Я не знаю, как сказать об этом. А почему он как текст читает? Реки растают, вода унесет лед, но нас никто не спасет. Через 3 солнечных дня здесь останемся ты и я. Посреди северной красоты здесь останемся я и ты. Через 3 солнечных дня, ну, допустим, останемся ты и я. Окей, окей. Я счастлив. Подинамичнее песня пошла. Мы хотя бы побыли одни. Оказалось, это так здорово жить. Пожалуйста, помни. Прикольная подача, на самом деле. Вечно. В куплетах он типа читает. Реки растают, вода унесет лед. А припев чувственный. Но нас никто не спасет. Через 3 солнечных дня здесь останемся ты и я. Посреди северной красоты здесь останемся я и ты. Через 3 солнечных дня останемся ты и я. И пошло развитие. Бля, ну вот как будто такая подача мне даже ближе. Реально. Интересно. Добавляет немножко вкусности, да, но прикольно. Никто не спасет. Через 3 солнечных дня здесь останемся ты и я. Посреди северной красоты здесь останемся я и ты. Через 3 солнечных дня останемся ты и я. Ну да, понятно все. И дроп. Ну, его подача понятна. Но он в целом не особо удивил. Не особо удивлен. Но интересно. Интересно. Ну как-то так. Но в целом понятно, что это такое. Это типа шоу. Они дропнули с кавера работы. В целом, если мы говорим про песню, первая песня мне не зашла, зашло исполнение. А вот во втором случае я считаю, что Сергей дал живости песне, гораздо сделал ее интересней, она стала лучше. Я считаю, что тут прям хорошо. Но человек с опытом и примерно понимает, как будто да, он песню лучше, потому что, ну, изначальный вариант достаточно душный и скучный. Но тем не менее, что-то добавлять смысла не вижу. Ничего особо прям вот за душу не зацепило, честно. Поэтому это просто была неплохая работа. Спасибо. Ну, как бы, интересный формат. Хочется такого больше видеть. Вот, да. Так что, спасибо большое. Идем дальше. А дальше у нас итоги. Ну что ж, друзья, мы с вами послушали сегодня, получается, в общей сложности 7 треков. Из этих 7 треков я добавил только 3. Бля, слабо. Lil Crystal, Mockery, New Light. Побеждает, конечно, в прогнозе New Light 100%. Да. Вот. А в общий плейлист мы добавили еще меньше. 2 всего лишь. Бля, слабенький сборник, ребята. Слабенький. Слабенький сборник, честно. Но у нас остается еще один. Мы займемся этим сборником завтра. Ну, для вас, наверное, сегодня. Да. Как-то так. Ну, бывает и такое. Да. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, Discord. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.